Объективность и реалии. Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт. Главная тема, обсуждаемая на этой неделе группой иностранных СМИ, прибывших в Баку. В Азербайджане зарубежные журналисты должны получить всю правду об истории наболевшего конфликта, чтобы в последующем донести ее до мировой общественности. Горячие дискуссии, вопросы и ответы развернулись вокруг наболевшей темы в Международном фонде «Евразия». Встреча проходила в рамках проекта организации «Ириали». Основная задача этого проекта – донести до мирового сообщества всю правду об Азербайджане, об армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте. Мы хотим, чтобы эти журналисты писали объективную, правдивую информацию об Азербайджане. Для этого мы постарались организовать для них встречи с представителями государственных органов, различными НПО, а также с беженцами и вынужденными переселенцами. Представитель Международного фонда «Евразия» Умит Мирзоев дал обширную информацию о деятельности организации и рассказал об основной проблеме страны – нерешенном Нагорно-Карабахском конфликте. По его словам, нерешенность армяно-азербайджанского конфликта может повлечь за собой серьезные последствия и в других регионах мира. Я занимаюсь этим трагедией долгое время. И поскольку наша организация имеет большой опыт встречать журналистов, их сопровождать конфликтным регионам, им дать информацию. Поэтому мне легче было с ними поделиться. Их очень много интересует то, что происходило в Карабахе, то, что сегодня происходит в Азербайджане, как эту проблему решать. Сидов выразил мнение о том, что журналисты имеют большую силу, способствуют в разрешении замороженных конфликтов, поскольку именно посредством СМИ общественность узнает о реалиях и существующих препятствиях. И в этом смысле объективность и непредвзятость – главные качества каждого журналиста, освещающего эту тематику. С этим согласны и участники проекта. Тема войны и мира всегда была актуальна для СМИ. Иностранные журналисты из Израиля, Литвы, Италии, Великобритании и других стран активно интересуются темой, связанной с Нагорно-Карабахским конфликтом, и надеются на конструктивную позицию Армении. Я интересуюсь Нагорно-Карабахским вопросом, потому что Азербайджан является частью европейской семьи. Этот конфликт – серьезное нарушение буквы международного закона. Нагорно-Карабахский конфликт – это трагедия народа. Мы бы хотели исправить эту проблему, помочь в ее разрешении. На протяжении многих лет Минская группа ОБСЕ не сделала ничего реального для разрешения этого конфликта. В итоге страдают люди. Нагорно-Карабахский конфликт – это открытая рана, и мы должны способствовать ее решению. За время своего пребывания в Азербайджане иностранные журналисты провели встречи в администрации президента, в МИД, а также побывали в офисах некоторых НПО. Последним пунктом их пребывания станет город Губа, где зарубежные гости посетят музей жертв геноцида 1918 года. У них будет возможность убедиться в том, что на протяжении длительного исторического отрезка армянские националисты проводили политику этнических чисток в отношении азербайджанского народа. Диана Исаева, Руслан Джафаров, CBC.